И снова здравствуйте, с вами снова Карлик в свитере. И это Battletoads Global Assault. Но я только что пришел с чаепития. Чего уж там отрицать. Продолжаем. Опа. Гриффин, Кассандра до сих пор жива. Да, и она наняла большое количество танков для охраны города. Да у нее база по всей Америке. Давай, увеличь территорию. О, черт. Это рабы. Она превращает людей в рабов. Но для чего? Я не знаю. Наверняка это для какой-то тайной операции. Так. Ага. Гражданские были порабощены и сосланы в концлагерь для странных экспериментов. Выручите их немедленно. Да говно вопрос. О да, мой любимый танк. Лазеры, самое мощное второстепенное оружие здесь. Чё? Ты чё вякнул, а? Мелкий. О, да, я так люблю этот режим. Ну давайте плавленые контрацептивы. Сюда. Эй. Так, надо выручить этого чувака. Привет, чувак. Бараки. Блин, да здесь еще и бараки есть. Охренеть. Ух, ё-моё! Прощай, крошка. А, да я же могу и вправо катиться. Просто мне вправо неудобно катиться. Ух, блин. Опа. Опа, опа, опа. Ну, чё, кто еще, а? Кто еще, гады? Видимо, никто. Ну что ж, мне же лучше. Ой! Блин, идите нахрен, идите нахрен, идите нахрен, идите нахрен, роботы! Ненавижу робота. Ну, кроме своих, разумеется. О, бабосы. Черт, ненавижу этот танк. Его я тоже ненавижу. Блин, ракетник. У гнида, ненавижу тебя. Убил бы. Меня злят эти гниды. Надо сюда. Надо сюда. Да ё-моё. Аптечка, аптечка. Обломайтесь. Круто, строчу как из пулемета. Да что ж такое-то? Чё там, бабусы? Нет, патроны. Патроны. Ух, гнида. Ненавижу их, ненавижу. За тем редким исключением, когда они принадлежат мне. Так, где раб? Вот он. Ага, самонаводящиеся ракеты. Блять. Извините. Ненавижу этот танк. Так. Да! Фух, жутко ненавижу эту миссию. Баков заработано 10. Продолжаем. Сохранение сохранено. Продолжить.
Так, темные ангелы из Cool Riders охраняют свалку, заполненную запчастями. Без Кассандры рядом, они провоцированы на драку друг с другом. Ты такая, хорошо. Возьму-ка, пожалуй, бульдога. Конечно, драться им очень неудобно. Блять. Ух, ё-моё. Фух, хер тебе врыва. Упс. Какого хера? А, не, все нормально. Фу, блин. Это потому, что я за оградой свалки. Нет, я перед оградой, все в порядке. Как и планировалось. Оп! Как? Ну как? Твою мать. Бля. И смех, и слезы. Ё-моё. Это даже не смешно. Оп! Фух. Все, пойдем. Оп! Да. Я это сделал. Я теперь крутой, типа, ну или типа того. Вау! Они круто дохнут. Ага, заводец. Попробуем его уничтожить. Видимо, это неубиваемый завод. Ух! Кто это? Блин, ах ты гнида. Так вот, да, из-под тишка. Нихера себе. Так. Блин. Плохо, что у меня нет плазма болтов. Так. А, хрен вы меня теперь найдете. Вау! Ой, черт, все плохо, все плохо, все очень плохо, ё-моё. Блин, ну почему у меня нет хоть какого-нибудь маломальски мощного оружия прямого наведения? Или как это называется? Ух ты, баки, хорошо. Упс, все плохо, все плохо. Нет, все хорошо. Пожалуйста, все ведь хорошо. Кстати, вот это Голиаф. Очень мощный танк, на который я только что взорвал. Хер тебе врыло! Да, маскировка здесь необходима. Где этот засранец? Где он? Где этот желтый? Ух, бля! А, все в порядке, я его замочил. Да, придется пользоваться маскировкой. Голиаф, блядь. Я его ненавижу.
Вы чё смеетесь? Нормальный танк. Где плазмоболты? Суефа. Суефа, суефа, суефа. Как можно больше маскировки взять? Стоп, свармеры. Плазмоболты. Зашибись. Все, вам капец, гниды, ясно? Где еще, а? Где еще? Фух, это все. Это все. Да, я все-таки крутой. Потрачено 5 баков. Это не есть, хорошо. Заработать. Есть 195 баков. Хорошо. Сохранить. Хорошо. На этом мы заканчиваем наш 4-й эпизод. С вами был Карлик в свитере. Боевой лорд. Да ладно, я просто шучу. Короче, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Ну и, разумеется, комментируйте. Желательно, чтобы было хорошо. Ну а с вами был Карлик в свитере. И я валю отсюда.